Сегодня 11 июня, я обрезаю маткам крылья и мечу их. Было у меня, если с роями считать вместе, 25, по-моему. Из 25 примерно 6 штук не облетелось. Почему примерно? Потому что в некоторых пока что нету засева. В 4. В одном я матку видел, она такая небольшая, маленькая, ходит, засева пока нету. Но обычно, если к этому времени вот в отках засева нету, то они такие пропащие. В 2 отводках трутовки. Один я уже вытряхнул. Второй пока оставил. Хочу убедиться точно, что это трутовки там сеют. Но 90%, что это будут трутовки тоже. То есть 2 отводка отрутневели. И 4 пока под вопросом. В одном я матку видел. В 3 я не видел ни маток, ни засева. Ну и получается, что из 25 минус 6 штук. Такой облет в этот год довольно средний. Бывали года гораздо лучше облетывались, практически все там, максимум 1-2 исчезнут. Я уже всем маткам крылья подрезал и пометил, кроме вот этих отводков, которые остались еще под вопросом. Вот улей с синим корпусом последний остался. Эта семья поменяла матку, я ей давал маточник. Из него вышла молодая матка, убила старую, облетелась и должна сейчас начать сеять уже. Четыре семьи у меня таких было. 3 остальных я только что вот проверил. Там все хорошо. Матки облетелись, червят. Матки большие, такие жирные. Вот, кстати, еще по цвету. Обычно 60% маток черных получается и 40% рыжих. Но в этот год то же самое получилось. Черных чуть больше, чем рыжих. В верхнем корпусе там матки наверняка не будет. Я подставлял туда вощины много. Немножко сушнины, похоже, было. А остальное все вощиной было забито. Там рамки такие еще, под засев не очень подходят. Сейчас верхний корпус сниму. И в нижнем буду искать матку. Так вот нижний корпус выглядит. Сейчас найду матку и покажу, как я крыло ее подрезаю, меч. В комментариях там один человек просил. Вот на этой рамке матка ходит, вон она, ближе к нижнему бруску, по закрытому расплоду сейчас идет. Матка черная, жирненькая такая, хорошая. Матку я забираю просто. Закрыли ее, подцепляешь и все. И берешь в руку. Все, она в руке. Уйди, сказал. Иди отсюда. Вот так вот берешь ее за голову и грудку, чтобы брюшко, на брюшко не давить. Подрезаешь одно крыло наполовину. Все, крыло подрезано. Потом я ее сажаю вот в эту штучку для меча, не маток, и маркером меч. Маркер держится плохо, быстро довольно слетают, но на один год хватает обычно. Я пробовал еще наклейки приклеивать, но такой геморрой. Очень долго с этими наклейками возиться.
маркером куда проще. Вот и все. Матка с подрезанным крылом и с меткой. Белой меткой. Можно отпускать назад в улей. Зашла назад в улей. Все хорошо. Рой, который живет на крыше, я его тоже проверил. Матка там хорошая, червит уже. Все у них там хорошо. Будет теперь как полноценная семья, оставлю в зиму. А еще два роя выходили, которые... Один я поставил рядом с тем улем, откуда он вышел. Это улей, от которого выводил маток. Его я проверил, там тоже матка хорошая, червит уже вовсю. И еще один рой... Он был такой тоже, ну, довольно средненький, когда привился-то. Я его снял, поставил в другую сторону. Не знаю, откуда он вылетел. Возможно, сборный тоже, просто с маткой. Все матки в роях были молодые, естественно, без крыльев подрезанных. И я его проверил на днях вот. Там пчел почти не осталось, небольшая горсть. Матки нету. Возможно, матка погибла, когда я его собирал. Не знаю, короче, что-то с маткой случилось, но нет там матки. Вот первые два улья стоят, это семьи, а вот после них третий, это отводок. Я, в общем, этот остатки этого роя поставил просто на отводок сверху. А так вот, чтобы семьи роились как обычно, когда со старой маткой рой выходит, такого не было в этом году. Старые матки все сидят в ульях, работают. Сейчас взятка нету практически никакого. Если только самый какой-нибудь минимальный. В это время всегда так. Каждый год вот в это время взятка нету. Ну и теперь уже скоро объединять их нужно будет. Прикинут, какие отводки куда. В некоторых ульях небольшое количество останется старых маток. По-моему, я так прикинул, на все ульи у меня не хватит новых маток. В некоторых останутся прошлогодние. Не знаю даже, как в этот год будет по меду. Пока что все не очень так хорошо. Меда в ульях мало, взятка нету, вся весна прошла мимо. Вся надежда только на июль, что он будет хороший.